Так, пробуем. Для бутерброда надо тост обжарить с двух сторон. Теперь икру ментаю так вот на тост размазываю. Вот так вот. Это заменит в классическом бутерброде майонез. Теперь лучок. Огурчик. Огурчик соломкой нарезал. Вот так вот яичко. Опа. Яичко можно как на терке, так и нарезать можно. Я нарезал. И вот так вот шпротики. Раз. Два. Так, три. А сверху надо закрыть также тостом, намазанной икрой. Опа! Вот такой вот модернизированный бутерброд с шпротами. Так, пробуем. Это божественно вкусно. Такого лакомства я еще никогда не пробовал. На самом деле вообще шикарный бутерброд, великолепно. А всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока!